брускетта с вялеными помидорами подойдет в качестве завтрака, полдника, перекуса, отличной вечерней закуски под вино и даже для праздника. Добавим фету, немного оливкового масла, свежего базилика. Я обычно покупаю вяленые помидоры в масле и это масло использую для смазывания брускетты. В рецепте я указала оливковое масло, но вы действуйте на свое усмотрение. Как приготовить брускетту с вялеными помидорами? Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Необходимые ингредиенты. Багет 1 штука. Масло оливковое 2-3 столовые ложек. Вяленые помидоры 6-8 штук. Фета 3 столовые ложки. Свежий базилик по вкусу. Количество порций 3-4. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Еще увидимся.